Всем привет! Вы на канале Мама в Кубе. Сегодня у меня будет на обзоре вот такая одежда для новорожденных, вернее, от 0 до 6 месяцев. Итак, наверное, самое приятное — это выписывать и получать посылки, когда есть кому дарить вот такие замечательные вещи от фирмы Carters. Итак, приступим. Два набора у меня такие идут в синей-красной гамме. И два набора, вот такой зеленый-синий гамме, наборы для мальчиков. Итак, первый набор, из чего состоит. Цена его $22. Я купила по скидке, когда было $11, по-моему. Итак, штанишки, вот такие штанишки идут. Прекрасное качество, мягенькие, с пожарной машиной. Здесь идут манжеты. То есть это не ползуны, вот такие штанишки, на попке будет вот эта машинка. Следующее, что это бодик с длинным рукавом и опять же с пожарными машинами по всему бодику синего красного цвета. Сейчас проверим, как работают кнопки. Так, нормально. Хорошо закрываются, потому что бывают, не всегда закрываются кнопки. Так, это вторая часть этого комплекта, это бодик. И третья — это бодик с красного цвета с коротким рукавом. Итак, это на 6 месяцев. Вот такой замечательный набор из трех вещей. Так, отложим в сторону. Следующий набор стоил $24 по скидке. Ну, тоже где-то примерно 12, уже не помню, сколько он стоил долларов. Сейчас распечатаем, посмотрим, что там. Итак, это вот такая идет кофточка на молнии. Карманами, ну, конечно, в 6 месяцев никто руки не будет в карманы ставить, с капюшоном. Вот такая кофточка, тоже приятного качества, тоненькая, это не флис, тоненькая кофточка. Сейчас прочитаем, из чего она. Made in Cambodia. А из чего состоит? 100% катон. Так. Первая часть этого комплекта. Вторая часть — это идут тоже штанишки без узора. Просто вот так штанишки. Это как спортивный костюм получается. Вот сейчас я покажу штанишки и кофточка. Вот так. И снизу можно одевать опять же бодик, правда, с коротким рукавом. Красного цвета. Вот такой набор. Бодик, штанишки и кофточка на молнии. Это второй набор. Сейчас покажу третий комплект. Один из самых красивых, на мой взгляд. Итак, что больше всего мне понравилось, это шапочка. Вот такая миленькая шапочка. Так, я уже просто представляю мальчишку, который будет в этом костюме одет. Вот такие красивые штанишки. Они уже идут с носочками, получается. И здесь в виде кедов сделан. Сзади ничего нет, но вот видно, что вот так они идут. Как для пяточки есть место. Carters, 6 месяцев. Так. К штанишкам идет бодик с коротким рукавом, с ракетами. Вот так. Этот комплект из 4 составляющих. И вот такой слипик или человечек, или как он там по-другому называется. Каждый, кто хочет, по-своему его называет. Вот такой космический, с космическими надписями человечек. Вот на таких кнопочках. Такой прикольный, вот так в шапочку одеть.
и очень даже красиво выглядит с шапочкой. Так, следующий, последний комплект. Это комплект. Этот комплект стоил $22, кстати. И самый дорогой комплект $26 по скидке, который стоил тоже в пределах $11. Это комплект из 4 вот таких кофточек. Вот такого плана, который можно одевать наверх бодика. Это вот такого цвета. Светлее синего, сине-серый цвет. Темно-синий и серого цвета. Это все на 6 месяцев, от 3 до 6 месяцев. Вот такой набор из 4 кофточек. Замечательные вот такие наборы. Поэтому, когда вы видите, что на Картерс проходит акция, скидки перед Рождеством или перед другими любимыми праздниками, можете смело покупать. Качество все шикарное, мягкое, ни грамма синтетики, везде 100% катон. Поэтому можете выписывать и не колебаться. Вот такой набор. Вот сейчас расстегну, посмотрим, как здесь застегивается. О, даже здесь еще внутри застежка вот такая, чтобы малышу вот эта штучка с этой стороны вот так не заворачивалась. Очень удобно. Вот такая кофточка на этих кнопочках. Так что мальчишка, который это получит, будет очень красиво выглядеть. На сегодня все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал Мама в Кубе. Всем пока!